Белое солнце пустыни. Белое солнце пустыни – это героическая комедия, рассказывающая о борьбе с басмачами, о первых послереволюционных годах на востоке Советской Республики. Фильм о приключениях бойца Федора Сухова по пути домой к любезной сердцу его Катерине Матвеевне. Каспийского интернационального революционного отряда Федор Сухов, артист Анатолий Кузнецов, Абдулла, артист Кахи Кавсадзе, Саид, артист Спартак Мишулин, Верещагин, артист Павел Луспекаев, а также молодой красноармеец Петруха, отряд Рахимова. Банда Абдуллы. Любезная Катерина Матвеевна, артистка Лучай. Настасья, жена Верещагина, Раиса Куркина. И главная виновница событий фильма, жены гарема Абдуллы. Героизм, верность и благородство в фильме «Белое солнце пустыни». Абдулла! Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Зуфия, Гюльчатай. Гюльчатай! Сценарий Валентина Ежова и Рустама Ибрагимбекова. Смотрите новый цветной художественный фильм «Белое солнце пустыни» в постановке Владимира Мотыля. Производство киностудии «Мосфильм», СССР.